пятницу на этой неделе будет в первом чтении рассмотрение комплексных планов по экологии городов, опорных, в том числе и Ачинск. С этой целью стояла задача актуализировать весь комплексный план. Я сейчас назову мероприятие, расскажу результаты по новому обходу, по заявкам по частному сектору. Некоторые из мероприятий, они абсолютно новые. Значит, здесь будут задействованы деньги как краевого бюджета, так и федерального бюджета в рамках самой программы «Чистый воздух». Три блока, которые планшет рассмотрели. Первое – это транспорт. В нашей программе мы подаем заявку на приобретение, это в рамках «Чистого воздуха», приобретение 20 трамваев новых на замену устаревших и 20 автобусов уже большого класса. Сейчас мы все говорим о том, что у нас есть автобусы поступили, это среднего класса, мы говорим про большие классы. Значит, второй, это касаемо ЖКХ. Там как раз и есть коммунальное хозяйство и ЖКХ. Там есть как раз мероприятия, которые касаемо перевода частного домовладения на более спичным отоплением, на более экологичные виды топлива. В нашей программе это задействовано порядка 3000 домов на всех территориях города. То, что было сегодня озвучено и на уровне края уже согласовано, все-таки мы заходим на 25-й год краевые деньги на проектирование газификации поселка Восточный. 26-27 года реализация этого проекта по последним планам разработка. По обходу и по сбору заявок, то, что мы начали делать эту работу в этом году, для того, чтобы попасть в финансирование, начиная с 2025 года, значит, была работа в части опроса населения, как раз по переходу стечного отопления на более экологические виды топлива. Что показывают цифры? Заявок было собрано 469, даже со всех территорий. Обход был сделан 78 домовладений. И люди дали согласие на установку твердотопленных котлов с этим КПД. 186 заявок у нас есть с адресацией. И мы видим цифру, что все-таки очень востребована газификация. 283 заявки на газ. Поэтому эти мероприятия есть, это все полезно. Поэтому мы говорим о том, что как раз начинаем именно с пилотного проекта с Восточным. Кроме этого, три позиции, которые также попали впервые в наш комплексный план, это коммунальная техника, это краевой бюджет, это коммунальная техника, это ПУМа, магистраль, это дремки для обеспыливания, для мойки, для того, чтобы в летний период времени, или в межсезонье, то же самое, убирать наши дороги. И достаточно мощное мероприятие, которое и экология, и позволит в целом уйти от дефицита мощностей по тепловой энергии, это строительство новой котельной при Рамзане. Это позволит закрыть 4 малых котельных, которые сегодня есть, и, соответственно, убрать дефицит тепловой мощности и с резервом идти дальше. Поэтому комплексный план пока корректируется, цифры там в любом случае предварительные. У нас была... Сумма получается более 4,5 миллиардов рублей. Сразу скажу, что это те мероприятия, которые касаемо города. Параллельно Министерство экологии работает с нашими крупными промышленными предприятиями как раз в части мероприятий по снижению выбросов города. Спасибо, Евгений Анатольевич.